Уважаемые жильцы, убедительная просьба. Елки вносить аккуратно, трудно убирать. Уборщица света и тьмы. Кто-то подписал очень остроумный и оригинальный. Пешеходы бывают. Быстрые, мертвые, внимательные. Сразу видно прикол от ГИБДД. Всем привет, друзья, меня зовут Макс, в этом видео у нас с вами будут смешные объявления, вывески и ценники. Развивающие игры от 0 до 99 лет. А если мне 100 лет, мне что, там игрушку не продадут? Молчат гады. 35 рублей, рассказывают стихи, 80 рублей. Будете писать там, где не положено, вам сделают чик-чик. А если я девушка, что вы мне сделаете? Мочу кал под елку не ставить, спасибо. Это объявление в больнице, в пункте приема анализов. Очевидно, там, где ставят баночки с мочой. Дверью не хлопать, не хлопай дверью. Учи русский язык, иди. Аптека закрыта, грипп. Правильно, в разгар эпидемии гриппа аптеки не работают. Железная логика. Котьям направо, котьям налево, котьям вперед, котьям назад, котьям вверх, котьям вниз, кругом котьям. Вся вселенная один большой котьям. Что такое котьям вообще? Да неважно, он везде. Для того, чтобы самостоятельно выйти из кабинки, не надо нервничать. Надо пимпочку в центре круглой ручки поставить в горизонтальное положение. Поворотом ручки освободить себя из заточения. Все, видимо, им там не одну дверь сломали. Это инструкция по выходу из туалета. Прежде чем открыть ворота, вынь вставлялку из сувалки. Новинка! Колбаса из мяса. Действительно новинка. Такого мы еще не видели, чтобы колбаса была из мяса. Бинокли. На территории беседки времени ограничено. 30 рублей. Если нет денег, бесплатно. То есть как бы и за деньги, но можно и бесплатно? Лифтеры. Дьявол отродье. Хоть что-то у вас работать будет? Человек, видимо, в гневе писал. Молчание ягнят. Гриль-кафе. В Новый год с новыми долгами. Они предлагают взять кредит. Гениальный рекламный слоган. Водитель, ты не прав, просто во всем. Что бы ни было, знай водитель и живи с этим. Знак Белорецки, рядом с которым все фотографируются. Если у вас нет почтового ящика или его сперли, можно прибить к стенке сапог и написать слово «почта». Письма будут класть в сапог. Шиномонтаж, три клоуна. Деньги не трогать, ведется видеонаблюдение. Интересно, кто-нибудь реально поверит, что это деньги? И попытается унести один мешок с мусором. Дома он сильно удивится. Выход, выход. Можно встать около этой надписи и спрашивать у всех прохожих, где тут выход. Просто задолбать всех вокруг. А вообще выход очень странный. Зачем выходить через дверь, если можно просто обойти справа? Шкаф будут менять. Живущие в шкафчике, подойдите к завхозу. Ноги говяжьи. Левый 94 рубля, правый 96. Я бы покупал левый, они дешевле. Как укрепить семью инцестом и каннибализмом? И мне интересно, что это может быть? На что налеплена эта этикетка? Какие будут мысли? Можете написать в комментариях. Уважаемые члены клуба, мужчины, пожалуйста, принимайте душ мужской душевой. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Администрация фитнес-клуба. Действительно, не дают мужчинам помыться в женской душевой. Создают неудобства, блин. Не извиним вас. Снег в карманы не сгребать. Частная собственность. Частный снег. Персил. Новинка. Попробуйте новый вкус. А его как, нюхать или сыпать в чай? Или так прям есть? Великолукский мясокомбинат. Очевидно, они разгоняют людей на американских горках. И в стену. Ну просто в стену. Все это вот, что едет, все в стену. Получается фарш. Папа, оставь денежку на мороженку. Ты моя радость, вот тебе 5000. Друзья, я желаю, чтобы всем вам оставляли такие вот денежки на мороженку, если вы попросите у кого-нибудь. Ставьте лайк, если хотите 5000 на мороженку. Ну, я понимаю, что вы потратите их, конечно, чем-нибудь другое, но это не важно. Надеюсь, это видео вам понравилось, подняло настроение. Ну или вы хотя бы улыбнулись. Нажмите на колокольчик, подпишитесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, где мы постим кучу всяких приколов. И не забудьте сделать репост этого ролика. Пускай ваши друзья тоже поднимут себе настроение. Спасибо всем за просмотр и пока-пока.